На разработку инженерно-коммуникационных проектов в Кустанайской области в 2017 году из бюджета планируют направить почти 700 миллионов тенге. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Спанов. Он пояснил, что деньги эти потратят на разработку ПСД-сетей к жилым домам микрорайона Северный в селе Заречный Кустанайского района, микрорайонам Рудного, микрорайонам Юбилейный, аэропорт и Кунай в Кустанае. Кроме этого, 610 миллионов тенге направят на разработку еще 55 ПСД, в основном проектов водоснабжения в селах. Село Новоалексеевка Алтынсаринского района, села Манкарагай Аулюкоевского района, Антоновка Денисовского района, Бурли, Надежденко и Смирновский водозабор Карабалыского района, также села Надежденко Кустанайского района, села Шулаксай Наурзумского района, село Златоуст и Новоилиновка Сарыкольского района и Ишимский групповой водопровод от водовода села Абай до села Узунколь, это Узункольский район. Также села Пешковка Федоровского района и город Аркалык, это село Восточное. Также планируется разработка нескольких проектно-сметных документаций по энергетике и теплогазоснабжению в рамках меморандума, подписанного между Акиматом Кустанайской области и Евразийским банком развития, а также по госпрограмме «Нурлы жол». Ерлан Спанов озвучил несколько проектов по газоснабжению стоимостью 39 миллионов тенге. Это в селе Некрасовка Денисовского района, Федоровке и Пешковке Федоровского района и в Кустанае разрабатывают ПСД в границах улиц Белинского, Жуковского. Также на строительство коммуникаций хотят направить 262 миллиона тенге. Эти деньги пойдут на строительство 4 объектов в микрорайоне «Аэропорт». Предлагается направить 1 миллиард 852 тысячи тенге. Вы знаете, в прошлом году был подписан меморандум между Акиматом области, Казтрансгаз Аймак и АО «Казтрансгаз». Мы совместно с этим оператором осуществляем строительство газ-сетей Кустанайской области. И на следующий год мы с местного бюджета начнем строительство это газ-предсетей села Алчановка Денисовского района 41,5 миллионов тенге. 154 миллионов тенге на строительство газ-предсетей села Антоновка Денисовского района, села Тогузак Карабалыский район 98,9 миллионов тенге и на строительство газ-предсетей села Федоровка Федоровского района 1 миллиард 557 миллионов тенге. Также после получения госэкспертизы это газ-предсетей села Манкарагай и квартала города Рудный. У представителей общественного совета Кустанайской области к руководителю управления экономики и бюджетного планирования было несколько вопросов. Федоровка, Сарыколь, Узунколь активно идет на строительство водопровода. Мендегалинск как не было, так и нет. Ни в одном поселке Мендегалинского района еще не водопровода, по-моему, не начинали новый водопровод строить. Вот у меня вопрос к вам или к секретарю маслихат, или заявки с района не было, или как вот? Не понимаю, почему по Мендегалинску здесь ничего нет. Как отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кустанайской области, от Мендегалинского района не поступили в этом году ни одной инвестиционной заявки на подготовку проектно-сметной документации. При этом, как отметили чиновники, все перечисленные проекты пока лишь предполагаемое распределение денег. Бюджет Кустанайской области еще должны утвердить депутаты областного маслихата. Алексей Басарнов и Татьяна Калюжная, РТН.